Всем привет! Вы смотрите This Channel, и в этом эпизоде я продолжаю играть в The Binding of Isaac версию 1.4.8. Итак, сегодня я буду проходить челленджи и постараюсь пройти их как можно более качественно и хорошо. Так. Оп. Так, приветствую всех тех 200 людей, которые смотрят сейчас мой стрим, да? Несмотря на такое раннее довольно время. Вроде бы не слишком громко, я говорю, нет? Вроде нет, вроде как надо, нет? Я чуть побольше звуки игры сделаю. Ну будет нормально. Откройте сразу страничку с предметами, потому что сам я посмотреть их сейчас не смогу, и будете мне подсказывать, ну, что я возьму. Если я сам, конечно, буду не помнить, если мне потребуется на это помощь. Так, ну и первый челлендж, которым будем играть, это будет The Doctor's Revenge. Я посчитал, что он самый легкий, и я смогу с помощью него убить кого-нибудь. Ну, тут есть, вот видите, фетус. Фетус — это всегда круто. И какой-то артефакт. Что-то артефакт, я не знаю. Честно говоря. Ну, говорят, он крутой. Так, мне еще тут не вовремя смс пришла на телефон, но я же беззвучный режим, так что вы ничего не слышите. Так, держите бомбочку, и вас уже нету. Ну, вот так вот все просто. Буду приходить. Но... Синие камни сразу можно будет разрушать, все хорошо. И секретные комнаты искать. Видите, какая хорошая польза. Помните, я в каком-то из прошлых стримов брал как раз... О, супер секретные комнаты сразу. Видите? А, ну тут, правда, нечего у нас пока открывать. Тут игральный автомат. Точнее, автомат... не игральный, даже желание каких-то. Я забыл, как он называется. Так, здесь нужно поосторожнее. Несмотря на то, что у меня есть бомбы, их все-таки много. Но и, слава богу, они не стреляются. И прям заметили, что-то очень много сердец. Прям очень много сердец. Вебку давать я не буду вам, потому что... сейчас как бы утро, да? И... Черт, себя задел. Не утро даже, а день, и поэтому... нет, нет. Потом расскажу. Все, держи бомбу. В общем, сейчас день, и если я сделаю вам вебку, вот я даже сейчас вам это продемонстрирую, то я совсем не буду не виден. Совсем, видите, да? Ну, что это за дела? Ну, вообще ничего не видно. Вот, из-за того, что свет прямо в меня сейчас идет. На светлой части я живу, так, все дела. И именно поэтому... Нет! Крайне ненавижу, когда XSplit так делает, тупо попросту вырубается. Вот берет, да, и вырубается. Вот просто берет и вырубается. Вот совсем ненавижу, как он это делает. Вообще, всей душой ненавижу, что он вот так вот берет, да, и вырубается иногда. Вот это у меня уже на сегодня третий раз, когда я его там проверял, постоянно он так вырубался. Ненавижу это. Так, ну и секретную комнату потом нас остается искать. Угу. Так, тут мухи. Быстрые мухи, опасные мухи. Расстреливают меня, доктора Фетуса, и как-то я, да, знаете, свидел тут. Как Альянс вчера. Не, это так, это я специально умер, естественно. Я же начну заново, чтобы стрим как бы начался заново. Снова, да, видите? Long Isaac стрим, да? Скорее всего, выложу запись на YouTube, и мы начинаем играть в The Doctor's Revenge. Нормально все. Так, только, знаете, немного непривычно. Вообще немного непривычно. Так все нормально. Я хотел сказать фидак прям как Альянс вчера, да? Какой там фаник? Там не только фаник, кстати. Четко вышло сейчас вообще, супер четко. Потому что Альянс вчера как бы Нави навидели, 26-2. И не надо говорить, что там не было лода. Это я так, сейчас немного отклонюсь от темы. Но, по сути, это же летсплей, а летсплей должен стоять только из отклонения от темы.
как бы на том летсплее, кстати говоря. Так, супер секретную комнату у меня пока найти не получается, а секретная, скорее всего, здесь. Ну вот, супер секретную нашел, а просто секретную нет. Так, супер секретную то же самое, что было раньше, и, пожалуй, я не хочу тратить свои две монетки. Да что-то секретную пока комнату найти не получается. Но еще найду. Так, трачу сердечки и беру синее сердце за этого, за это. В прошлый раз в этом же месте у меня было много сердец, но сейчас как-то не повезло. Тут, может быть? Тут, ну. Где же секретная комната? Куда вы ее дели? Что за дела? Секретку под суперсекреткой. Кстати, это мысль, но может быть я просто косил? Не, не косил. Может здесь просто косил? Странные люди. Так, у нас босс Ларри Джуниор. Он, думаю, будет простой. Даже слишком. Так, и нам HP обдали. Ну что ж, я еще поищу. Хм, еще поищу секретную комнату. Как-то так, я хочу секретную комнату. Когда у тебя есть вот такие вот бомбы, ты можешь найти секретную комнату везде. Грех не воспользоваться этой штукой. Странно. Хм. Не может же быть такого, чтобы секретной комнаты не было. Хм. Нет, я еще буду искать. Divine RPG говно. Divine RPG такое говно, вы бы знали. Divine RPG все у меня в группе зафлудили. Просто нафлудили. Divine RPG на 1.6.2, вышел Divine RPG 1.6.2, о боже. Кстати, что такое? Ясно. Может, магазином? Хм. Для этого еще ключ тратить до пошления тогда. Если уж так. Хм. Она управляемая? Ну, ладно, попробую в следующий раз. Посмотрим, как она будет управляться. Это моя ракетка сверху. Ну, ясно. Идем мы на следующий уровень, значит. Basement 2. Вообще, этот... не Эпик Фетус дурацкий, на самом деле, он такой, такой себе. Потому что эти бомбы сложно управляются. А вот Эпик Фетус, уже Эпик Фетус, да? Выглядит почти так же, только пуляются бомбы такие, как у меня сейчас были, используя мой артефакт. Это уже круто. Так, секретный комнату продолжаю искать, и неужели я нашел? Так... У тебя есть домашние животные? Но, к сожалению, нет. Я планирую завести их себе потом. Так, давай-ка, паучок умер. И вы тоже умерли. Ну, правда, я себя задел. Ну, ничего. Так, место. И паучки. Сундучок. Ну, вообще, классно, что у тебя есть бомбы всегда. Обычно их не хватает, а вот этим артефактом можно воспользоваться, и у тебя будут бомбы. Вообще супер. Так, я в секретную комнату, через нее пройду. Ты без котика живешь, но... Вот так вот. Так, паучки вырвались на свободу, но это не мешает мне их убить. Надеюсь. Так, нормально. Все-таки тупые эти паучки. Game large noise. Зачем? Эй! Эй, ну... Эй! Где музыка? Не хочу. Так, options и mute off, да. Нет, или как? Mute off, music, вот так вот все. Не хочу писать ничего. Тем более не умею, скорее всего. Потому что я бомбу, по-моему, истратил теперь. Сколько ему будет лет? Я как бы... Ай, забейте. Так, так,
Так-так-так. 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 Ну. Паучара. Паучара, паучара. Ну. Так, один есть. И... Нет, второго нет пока. Главное, если мне синие камни не пропускать, кстати говоря. А то это будет фейл. А тут у нас карта The Stars. Наносит урон, по-моему. Или открывает комнату там, что-то такое. Проверим на боссе. Который, кстати говоря, уже близко. Так, я вот пока еще думаю, идти мне в магазин или нет. А, вот теперь пойду. Потому что вот тут мне монетки дались. Думаю, да, думаю, пойду. У нас еще сокровищница не открыта. Думаю, она как раз в непонятной нами комнате. То есть, ну, не открыта еще. Компас мы берем. Костерчики рушим. Так. И... Эй! Что за... Что за... В... Where is the сокровищница? Where is the treasure room? Чё это за бред? Чё это за странный режим такой, где... Все так ограничено. Но... Это вообще говно так как-то... Ну, не говно, это, конечно, круто, что нам такой артефакт дали, но... Ха. В челленджах их нет даже. Вау. Вот как? Ничего себе. Да уж. Итак, нам у нас попался Видоу. Думаю, убью его, если не очень, но быстро. Так. Но попасть бы еще, правда, этой бомбой нужно. Он же прыгучий такой у нас, да? Прыгать любит. Но все-таки, когда попадаю, я попадаю хорошо. Воу-воу-воу. О как. Да, управлять можно. И его хорошо даже управлять можно, я бы сказал. Круто-круто. Так и попал я в этого босса. Тирс плюс HP ап. Интересно, что там у нас тирс ап? Скорость реальности увеличивается, когда, ну, я могу быстрее бомбы швырять или нет? Хм. Так. Суперсекретно найду, интересно или нет? Суперсекретно где-то слева. Ну, пойдем туда. Как вы знаете, суперсекретная комната не соприкасается ни с одной из комнат. Вот, такие случаи бывают нечасто, но когда они бывают, обычно там и располагаются суперсекретные комнаты. Вот и она. Так, у нас вот такой вот сундучок и вот такие вот мухи. Они будут атаковать ближайших монстров. Так. И компас нам уже показал, где располагаются эти самые нужные нам комнаты, то есть, ну, комната с боссом, например. Эй, давай-ка дохни, ты. Плохая башка. Будут проблемы, наверное. Пилюля. Лакап. Ну, лакап это, конечно, хорошо. Идем в комнату сражения, и в сундуке снова пилили. Ну, зря. Зря, наверное, да? Все-таки обычный сундук, хотя у нас... Хотя нет, хотя... Небольшой смысл, но есть все-таки. Ну и с таким-то оружием, чё бы нет. Так. Главное, упритесь в эту бомбу. Почему через некоторых монстров эта бомба тупо проскакивает? Это же неинтересно. Так нельзя. Отлично. Так, бошки. Ой-ой-ой. Локап, еще одна. Так вот, походу.
используем и... Нет, я думал, все четыре бошки у нас умрут. Нет, умер я сам. На следующий не умер, но... Вот такое. В конце нам ничего не дали. Знаете, я люблю натыкаться на всяких монстров, да, получать очень глупый урон. Ну, вы это сами без меня знаете. Но я просто так вам напомнил. Это чтобы не было негодования в чате, а то бывают там частенькие бугурты. Вау. Видите, да, вот снова. Не, ну ничего, ничего, нормально, нормально. Нормально, нормально. А-а-а, нет, зачем я это сделал? Зачем же я это сделал? Но почему я взял белое сердце? Но... Интересно, есть ли этому какое-нибудь логическое объяснение? Думаю, нет. Думаю, вообще нет никакого логического объяснения тому, что я сейчас сделал. Мне сейчас нужно найти либо синие сердца, либо... Ну, я тупо прострою это сердце. А я не хочу этого делать. Но когда вот через мух прилетают бомбочки, да, вот эти мои бомбочки, это, конечно, не круто. И шанс просирания увеличивается. Ну, слава богу, в этих мух еще залетает бомба, останавливается там. Так вот, половинка сердца. Сразу иду к боссу, в общем, я, наверное. Потому что здесь все равно нет сокровищницы. Ходить долго не вижу смысла. Так. В магазин, думаю, тоже не подойду. Зачем мне в магазин? Белое сердце, кто не знает, как бы сразу... Упс. Фух, держи бомбу! Фух, фух, фух. Белое сердце дает еще пьяп, когда... Сразу на новый уровень переходить мы собираться будем. А. Держи бомбу. Глотай их. Глотай их, сколько можешь. Давай. Давай. Да, молодец. Теперь с этими личинками разделаться бы. Так. Нормально. Корона. Но прошли без получения урона. Отлично. Оцени скилл Тионикса по 10-бальной шкале. Я поставил ему 7. А себе 3. Так, цветочки, мячик. И HP все-таки мы получили. Блин, знаете, мне сейчас все просвечивает. Я половину экрана не вижу. Вот, например, да, сейчас я уже получил урон снова. Все потому, что я не видел половину экрана. Да и сейчас не особо я вижу. Кстати, что я вижу? У нас есть комната аркад. Аркадная комната. Это не может не радовать. Так, ну думаю, пойду я сразу прямиком туда. Там еще есть, о, комната полнолуния. Комната месячная комната. Месячная, да? Или как? Ха. Там, в общем, месяц изображен. И, видимо, я смогу продать там свои сердца, насколько я понимаю. И получить за это предметы хорошие. Так, Старс, и это Хермит. Телепортирует комнату магазина. Интересно, что же это? Это случайно не Библия? Но сердце я куплю, пожалуй. Ну вот, ключик сразу мы истратили, так получается. А, ну и в конец уровня пришли. Ну ладно. Можем попрошайки что-нибудь попросить, пожалуй, 5 раз у него спросим, потому что из... А, хотя... Ну сейчас попросим, да, его максимум 5 раз. А вот что-нибудь даст. Теперь у нас вроде удача высокая, да? Отлично, он дал нам... Мамс Коин Пюрс, это хорошо. И снова локап. И здесь у нас будет Book of Revelations. Ага, дает синее сердце, ну такое. Tears Down, но нам-то чё? Мне не страшно. Так. Хотя иногда это Book of Revelations, кстати говоря, очень может спасти. Но, нет, пожалуй. Tears Down, ну, пожалуй, нет, я не буду его использовать, хотя она... сильно ничего не даст. Ты смотришь турнир по языку? Честно говоря, нет, но я слышал о них. У меня друг вам вообще твердит всю дорогу о них. Там что-то говорят, сразу показывают по... 2 Айзека на экране стрима, что там нужно пройти
за максимально быстрое время до дьявола, что ли, до мамочки там пройти, как-то такое, вообще классно. И там такие профессионалы играют. Честно, я ни разу не видел этот стрим, только там мельком видел на экране телефона. Но если кто знает, скиньте мне этот стрим, по-моему, там какой-то этот... на Б, что ли, какой-то там человек стримит. Я забыл его ник тоже, мне друг говорил. Б, что-то такое. Вот, я бы с удовольствием, наверное, посмотрел турниры по Айзеку, если бы мне делать нечего было бы. И не было никакого другого параллельного стрима. И не было турнира по Доте, который сейчас такой... Старладер, кто не знает. Ну, кто его может не знать, кто увлекается Дотой. Идет. Вот. Бойлер, вот, действительно, бойлер. Но где его найти, я не знаю. Можете скинуть там. Давай, проход мне открой уже, я хочу монетки. Халявные монетки еще никогда никому не помешали. Но что-то никогда. Но я постараюсь их вытолкнуть. Нет, не получится, да, это? Это просто невозможно. Гранд был постарала, да не... Валяй, дурака. Не заливай. Гранд финал не был постарала, как бы там 31, что ли, дней. 31 день, сейчас только 23 прошло. Дня. Так, и... Итак. У нас же большая удача, по сути. Мы должны... Будем быстро... Стой. Получить HP up. Я надеюсь на это. Но в противном случае мы получим много монеток. Если что. Давай-ка ты. Чувачок. Плохой чувачок. Ужасный чувачок. Главное сейчас мне муху не получить и не сдохнуть. Вот встал радар, но это такое. Я не смотрю. Эй, воу. Взрываем всех нафиг. И тут у нас таблетка увеличивает шанс появления пилюль. Джокер. Что такое Джокер? Think yourself. Синее сердце, как раз то, что нужно. А вот мне HP up-то не дали. Mary Entry Produce. Wake up, просыпайся. Ком-то делали бога там, да. Телепортируй к дьяволу. Ага, как, вот как. Фул, начало уровня. Не хочу. Хочу. В магазин опять же телепортирует. А, у нас уже и монеты кончились, черт. Так бы... Ага, нет, нафиг нет. Book of Revelations? Нет. Снова идем в аркады и... Ха. Дьявол или бога, ну, ясно. Так, пилюли Tears Down, я помню, не хочу. У нас там есть сердце внизу. Стой. А, ну, до него не добраться. Какая досада. Пока, пожалуй, зачищу. Комнату. Появились монетки. Джокер одна из лучших карт. Ну, ясно. Но мне больше почему-то нравятся карты, которые 70% хп мамочки снимает. Почему таким-то так? Почему-то. Просто нравится. Сейчас будет небольшой фейл, если мне попадется секретная комната, в которой будут много сердец. Она еще оформлена в стиле чрева. Или как там? А, даже не в магазин, а золотую комнату он отправляет. А, ну ясно. Та карта. Музыка здесь прикольная. Музыка. Да. Еще пополучаем всякой фигни, и вдруг он сломается. А если нет, то я сломаю его сам. Бомбы-то халявные. Вот, да, самая хорошая карта это Сан. Вот именно о ней я и говорил. Здесь у Джокера в зубастой комнате, но что-то я ее не вижу. Видимо, придется искать ее потом. Эту комнату. Стой, паук. Знаете, неудобно с этими пауками драться, очень неудобно. Когда у тебя есть бомбы. Так, зубастая комната. Я, видимо, спутал. Все-таки я спутал. Я думал, это... другая комната, а это просто, да, обычная зубастая комната. Так, танц.
Танц, танц, танц. Ага, ага, ага. Это будет самая глупая смерть. Использовать карту. Нет, я, пожалуй, их убью. И потом можно. Фигня. Полная фигня здесь у нас. Фигня. Лапка превращает обычное сердце в синее. Кровопригор увеличит урон. Нафиг он нам нужен. Верно ведь? Нафиг мне первый кровавый договор. С ума сошли? Нафига он мне нужен? Он мне вообще не нужен. Верно ведь? Я правильно думаю? Мне же не нужна эта карта. Эта вещь. Эта вещь, да? Ну, вот действительно. Купи, купи. Ненужная же, по-моему, фиксированный урон. Вот. Блин, ведь... Почему у меня нет полета? Полет, наверное, был бы более, кстати, здесь. А там бывают полеты. В комнате дьявола. Так, ну, сердца больше нету. У нас осталась карта The Full. Телепортировать начало карты. И мета-нарко. Хотя там справа были комнаты. Нет, пожалуй, не буду туда идти. Еще раз напоминаю, если вы флудите в чате, то я вас баню через некоторое время. Потому что я все ваши сообщения как бы вижу. Ага. Не люблю такие вещи, когда я не могу к ключу подобраться. Прискорбно. Так, и вот кто у нас, да? Холлоу, я так помню. Прокосил! Какая глупая смерть. Я тут о другом думал, совсем о другом. Совсем о другом. Совсем о другом. Ну, и комбо у нас было не крутое, да? Знаете, да? Ах, да ладно. Ничего страшного. Гуппис хэт. Ладно, ничего страшного. Играем. У нас большой стрим. Не стоит огорчаться от этого. Все будет нормально. Так, мы мух просадили в него, и у него уже хп не осталось. Что-то он ничего не... А, ну вот что он делает, ясно, вспомнил. Плохой чувак. Очень плохой чувак. А когда у тебя еще и скорости нету, то... Это вообще ужасный дьявол. Дайте, ну вот так вот, да? Я могу на него отдаваться. Сколько угодно. Все будет прискорбно. Потому что за всем не следишь, нужно уворачиваться от бомбы, от этих... Покер! Мать его, фейсов. Ага. Нормально. Шуб-да-вуб. Нафиг мне этот шуб-да-вуб, хотя я могу, когда я могу делать так. А? Как вы думаете? Какой самый сложный челлендж? 6 часов. Там идеальный детонатор. Что это вы решили? Что вы взяли? Нафиг мне этот детонатор. Я им-то пока вот... Вы знаете, да, этот детонатор меня и погубил, кстати говоря. Как бы. Ха. Использовал детонатор и умер. Потому что думал не об этом. Думал о другом. Больше мух. О! Больше мух. Крутая вещь, наверное, этот Гуппис Хэт. Я никогда ей не пользовался, по-моему. Телепилс. Так. Ну, бомбами я могу мазать, естественно, но он взрывает бомбу как хочешь, но все равно это не то. Давай. Мухи, мухи, его бейте. Кстати, не помню, сильнее, чем обычно бьет. Так, и шпяп. А Жора пошел искать секретную комнату. Когда еще раз умру сейчас, может не челлендж, а отдельная мысль. Думаю, я так и сделаю. Буду просто проходить компанию. Ну, как компанию, просто буду проходить. Синий камень, кстати говоря. И сундук.
А ключ у нас есть, и он больше нам не понадобится. И Стивен, Damage Up. Но вообще в тему. Вообще. В теме некуда. О, суперсекретка. Ну, ладно, поиграем. Доктор's Revenge, да. Совершенно верно, это то. У меня же есть шляпка. А вот эта вещь, предмет Доктор's Revenge, мне никогда не попадется просто так. Emperor. Хз, что такое? Два раза больше урона, говорите? О, много урона уже она дает. Но как-то мне фиолетово от этого, все-таки. У меня же бомба. Еще карта. Дурацкая карта. Зубочистка. И... Пушпин. Пушпин, не знаю, наверное, с бомбами все-таки не работает. Этот... пронизывающий урон. Патрон даже, не урон. Телепортация к боссу, Эмперор. Ясно, ясно. Использую, наверное. Хотя нет, потом. Нафига я зашел в магазин? Вы знаете, зачем я зашел в магазин? Вот и я не знаю. Что-то я, знаете, заговариваться стал. Заговариваю, заберу и все. И капец, и дурацкие действия совершаюсь. Возьми шубдовуп, чтобы больше не попадался. То есть, если я его сейчас взял, то больше мне попадаться вообще не будет в этом прохождении, в этом Doctor's Revenge, да? Хм. Так, ну, эй, секретку-то я не находил. Секретку бы дойти надо, да. Ну, ясно. А, еще завязаешь шубдову. Зачем? Вот это я точно не понимаю, зачем его вязать, кстати говоря. Потому что некоторые так и делают. Некоторые. Оу, the Russian chat, Cobblestreak. Кто такой? Купил турбо и понтуется. Ну, наверное, он даже не русский. Что он здесь делает, интересно. А, ну похоже... А, ну все, да я понял, у нас же... У нас 317 человек на стриме, и он видел его в... как бы топе стримов по языку. О, как. А, ну секретку я находил, что-то я туплю опять. Я просто погулял по карте, ну ладно. Костер. Себя урон нанес. Я могу. Еще гаппис хэт. Секретка. Найдена. И супер секретка даже, о, как мне повезло. Но спасибо, конечно, за это. Но я, пожалуй, тебя сломаю. О, белое сердце, о, какие дела. Нет, сейчас я эту штуку брать точно не буду. Кобальт самый айзекоман, у него 386. Вау! Вау, Кобальт, you very cool player! I don't play like you. I can't play like you. I need watch your live streams. I'm in all the streams. Окей, окей, правда. Эй! Эй, мухи! Эй, мухи-шалуны! Что? Прикольно, прикольно. Не, он же не понимает русский, верно? Я так интересно получилось. Кстати, сердце не взял, ну ладно. Интересный артефакт, когда у тебя есть бомбы, потому что бомбами довольно сложно упасть все-таки. May какой-то смайлик be with you. Кобальт Russian speak. Не, он... Don't speak Russian. Yes? А. Кобальт doesn't speak Russian. Isn't he? Или doesn't... Нет, doesn't he. Does he? Does he? Во. Я совсем забыл, в общем, эти правила английского, хотя... Перевожу я... Хорошо.
Давай, муха, муха, бей его, муха, муха! Fly! My fly! Thanks! I'm sorry, I'm immigrant American. I can only speak English. Окей, окей. My dear friend. Ай! Nice to meet you on my fucking noob stream. Оу, hello, hello, my dear friend. What are you doing here? I want to kill you. Hey, don't kill me. Cube of meat, it's a very cool artifact. I go to take this white heart to get HP up on the next level. Я первый раз вижу этого кобальта, он говорит, что я нахожусь на всех стримах, но я вижу его впервые. Ну, что-то я сейчас тупо на английском говорю, я просто забыл все. Извините. А может, его взломали, а? Как вы думаете? Что вы думаете по этому поводу? С одной комнату. У него были слезы размер с одной комнаты, ничего себе. Он взломал игру. Он взломал игру. Нет, зачем он это делает? Она же флэш и не нуждается в взломе. Она же такая беспомощная. Туш, туш, эй. Я, кстати, видел уже много The Binding of Isaac стримеров, и многие из них были русскими, но говорили на английском. И там, знаете, такой смешной момент вчера был. Я вот зашел нечаянно на один из этих стримов. По-моему, нет, я как раз таки ввел в поиске бойлер, я помню, да. Я помню, тогда еще смотрел стрим Айзека по, что ли, Майнкрафту, он там что-то стримил с SP, да. И посмотрел я, значит, его, и что-то мне там написали в чате у него на стриме. Смотришь ли ты, как бы, The Binding of Isaac... секретная комната, пойдем. The Binding of Isaac стримеров и чемпионат на них. И я как раз помнил бойлеры, тогда я еще помнил об этом, сегодня я что-то, как всегда, забыл, у меня же девичья память. Вот. Вспомнил ли бойлер? Я, в общем, не знаю, какой у него канал, и тупо ввел его в поиске Твича. Попался мне стрим из, ну, из какой-то группы, по-моему, бойлер, что ли, как раз таки группа и называлась, и возглавлял ее какой-то чел с тысячами с тысячами людьми на стриме. И именно к нему я зашел, и он, короче, болтает на английском, такой болтает, такой мужик сидит в русской квартире, прям видно, болтает на английском, довольно неплохо на нем болтает, и там такой звук с кухни какой-то слышится, и он такой: что, уже кушать? так сказал, и потом все в чате начали написать: кушать, 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 зачем? Иди кушать. И я такой тоже написал, типа, он надеется только на английскую аудиторию. Вот такая вот история вышла. Ну кошки, действительно, да, я забываю про них. Только... проблема есть одна, да? В белую муху все упирается. Так, сейчас я пройду. Переводчики перевел красава кобальт. Здравствуйте, давайте посмотрим, как хорошо Google переводит. Я надеюсь, что у всех есть хороший день. Он... You're very good troll, Cobblestreak. Да. Have a good day. Да, я проходил мамку. I killed mom before. But... on the stream... Oh, wow, wow! Ultra Pride! Fucking... Fucking mini-boss hard! Oh, YOLO! Один... ну ладно. 1000 some. And the other. Fuck this shit. The left hand заменяет... Replaces all
Golden Chest with Red Chest заменяет все сундуки, которые золотые, на красные, которые в эти, в этом, в колючей комнате попадаются. Так. Так. Снова эти пучки. Не люблю их. Но мои мухи должны на раз-два с ними расправляться. Да, так оно и есть. You gods of the Binding of Isaac. А, интересно, сколько бы баллов я поставил бы ему? Bad guys. Thanks. Так, мы разведали все комнаты. I'm discover all the rooms in this level and I go to the shop. Ладно, карту юзну, но зря. Потому что были бы ситуации, когда... Ух ты, ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Ну, он сдох, конечно. Я получил сердце, но это не круто. Не круто. Так, и спидап. Мы скорость свою повысили. Это мне на пользу. Еду на следующий левел. Уровень. Так, хорошо, что у меня теперь есть лестница. Правда, они... Ох. Ну все, спасли меня. Почему-то я думал, что они какие-то глючные. Эх. Я могу на них стоять, но не могу передвигаться. А вот полет бы мне сейчас помог. В этой ситуации. У него 40 тысяч фолловеров! Ху-ху-ху! Кобальт стрик! Вау! Ха-ха! 40,000 followers on Twitch! Вау! Are you kidding me? Ладно. Надо переставать болтать на английском. Особенно когда это получается мне плохо. На самом деле английский я знаю хорошо. Не надо мне тут. Ну или просто перевожу нормально, не? Эх, я безнадежен. Ну давайте, мухи. Мухи, справьтесь с мухой. Неужели? Иду к боссу, пожалуй, а потом во все остальные комнаты. Это Хаск, Гаск, или как там тебе? Короче, плохой босс. Ну, так говорят обычно, но... Что-то он мне показался легким, ну, а как вам? Что-то он вообще легкий какой-то, да? Что-то... Easiest boss ever. Вау! What is the first artifact in this room? Я не буду покупать лопату. The shovel isn't very good for me. В общем, зачем? Зачем я говорю на английском? Мне вообще пофиг на этого. Блин, кобльстрик, I have a lot of... Все. В общем, что такое? Полет! I'm scary! Ooh, I'm very scary! It's a... fucking ladder. Spectral bombs and flying. Only two hats left now. Wow! Thanks, bro, Cobble Streak. I love you. Нет. I love... your information and other. And that's all. Блин, так прикольно, мне кобальт помогает. Правда, я не знаю, кто это, но обязательно посмотрю его, это точно. Так, это, говорят, плохая пилюля, хотя нет, full health. Full health, lockdown и balls of steel.
Да, это мне сейчас как раз-таки Left Hand заменил обычный или золотой сундук на... именно этот. Сквозь камни можешь стрелять. Вау, даже... даже сквозь камни, даже так. Да, теперь гораздо удобнее целиться, что ли, даже. И вообще... крутой арт. Очень крутой арт. Буду помнить. Обычно я забываю артефакты. Но это я должен запомнить. Глутони. Плохой чел. Но от него уже ничего не осталось. И нам дали HP up. Мало... около 1000 на YouTube. Но вот в моем случае все гораздо проще. И совсем все наоборот. У него 20 тысяч фолловеров. Фолловер, знаете, как сложно набивать, как бы, да? А... и 1000 подписчиков, а у меня 1000 фолловеров и, ай, 165 тысяч подписчиков. Как бы, хотя фолловеры это тоже самые подписчики. Ну, правда, в разных сферах, как-никак. Стримить я все-таки думаю сложнее, потому что там требуется и внимание, и усердие, очень много всего требуется, и причем требуется умение стримить много. Long streams, it's... ай, fuck this language. I don't like to speak English in my stream, my Russian stream. В общем, чё? Fuck! Анг! Я все забыл. А, ну да, вот. И стримить нужно долго, и это, думаю, я сложнее. Стримить долго нужно, и монтировать ты там не можешь. В общем, на YouTube там умение монтажа тоже требуется такое. Даже 40 тысяч, ну даже так. Would you find super secret room? Oh, I forget it. Sorry about that. Нет, я не могу себя больше отучить, когда меня английские люди смотрят, разговаривать не на русском. Мне кажется, я убью сегодня кого-нибудь, какого-нибудь такого значимого персонажа. В Айзеке, да? Как вы думаете? Мамку там, не? Паучки. Спайдерс. Him. Так, go to room. Ой, go to boss room. Монстра Цу. Монстра. Advanced монстра. Kill you. Again. I think. My dear friend, you will die. Уши скрипят, как это? Как это может быть? Чтобы уши скрипели, но... как это может быть на свете? Чтобы уши скрипели, а вот чтобы жорко помирал, может быть, и даже я вандал, эй. На патроны попадаю, видите, да, как-то? Эй, эй, stop this shit, stop this crap. Stop it, stop it. Are you seriously wood jumping every time? Вот. И спускай свои red lines. Ха. Сердце, да, сердце открыто, просто, да. Я его еще не доходил, кстати говоря. Главное не проиграть. HP up тут. Прочее. Все, кто против, чтобы он говорил на английском, пишем stop speaking English. Кобальт ушел. Ну не, хотя пофиг. Ух ты какая пиявочка. No, Cobalt, you left from my stream. Don't scare. Stop shit speaking English, shit. Вы знаете, вы знаете английский похуже меня. Вы не то, что там говорить на нем не можете, да, вы, кстати, и писать на нем не можете.
Это плюс мне. Так. Мозги. Кстати, этот Cube of Meat, знаете, очень сильно мне поможет. Так же, как и... как там? Пируэт из этих мух. Как он называется? Флай... Что там? Флай... Короче, тоже спасает от всяких выстрелов. Очень классная вещь. Так, стойка, стойка. Подожди немного, по чуть-чуть. Не все так быстро. Дефс Ван. Кстати, следующий уровень уже будет с мамочкой. И, может быть, что-то из этого да получится. О, рубашки, рубашки. Не, этот стрим, я думаю, я обязательно выложу на YouTube, это... Он мне так понравился, прям душевный, родной, ко мне какой-то английский чувак заходил. Так, кстати, бойлера, про бойлер не забудьте, да, мне скинуть ссылку. Я думаю, на глаз запомню и потом введу, потому что сейчас же мне нет смысла копировать. Итак, мы просрали половинку сердца, зато выиграли себе больше. Кстати, о... Урон-то не наносит от колючек, это классно. А, на обратно наносит, да, все, я понял. Мне говорили об этом. То, что только при начале будет. О, кобальт пришел. I'm here, sorry, I spoke English. Черт, ты снова здесь, мне снова придется разговаривать на английском. Are you right? Here. Here. Можно пока какие-нибудь вопросики минимум позадавать, типа, как там жить в Нью-Йорке? Я тоже хорошо понимаю по-английски, писать на нем умею, а вот разговариваю я, как видите, не отлично, да? Не лучшим образом, я бы сказал. Кобальт, я бэк. Телепилс. Didn't stop speak English даже пишет, о как. Сердце, по-моему, намного легче ноги, но это как бы не нога. Он просто нужно Торнис нам, чтобы перевести все для него. Капа. Ну, как бы да, все понятно. You will be today stream. How is life in New York? Вот так, я, именно это я и хотел спросить. How is the life in the good cities of America? Better than the Moscow. I think New York is better than Moscow. Капа! Ой! Ой! Russian водка, балалайка, Медведев. Ух ты! Спасибо за халявные бомбы, я всегда рад их получать. Правда, они мне не особо-то и нужны. А вот синий камень мне, думаю, нужен, а? Как вы думаете? Нужен мне ли синий камень или нет? Жорик, The Powerful D3. Я что-то не видел, потому что там бот мутит за это дело. Так. Кобальт, do you like Minecraft? Oh. Don't ask him these questions, these stupid questions. Why Moscow Walls? Нет, не Walls, а не знаю, не Walls. No Walls. Why? Because Hutch is everywhere. Кавказ. Minecraft knows malo, pero knows so bueno en la creation de ideas para construir cosas. You American, right? Техасец. Техас.
Ну, я как-то тоже думаю, что уверен, что затащено не на 100%. В Wrong Language Minecraft неплохо, но я не умею придумывать идеи для создания вещей. Sorry, slow mode, I cannot let's talk every 45 seconds. Slow mode 30 seconds and nothing more. Потому что я не знаю, как это сказать на английском, что я изменил все-таки сломот и поставил его на 30 секунд. Блин, все так рады этому кобальту, а я нет. Потому что я не знаю, кто это. Ну, наверное, потому что я не смотрю стрим по языку. Кроме Дионикса снова и какой-то степени своего. Кобальт дает силы Жоре. Но не надо, пожалуйста, нести эту фигню. Так, взорву я тебя. Дестрой. Кобальт, you living in New York. Нью-Йорк. А, Дионик сам подписан на кобальта, даже так. А интересно, а у него был кобальт? Вот. Интересно мне узнать. Ну-ка, кто-нибудь знает, а у меня на стриме был кобальт. Вот будет интересно. I'll see you through the window. Wrong. С камер сгорает, так еще и по-английски. Кобальт. Камень. Был? Ну окей. Значит, я не самый крутой. Эй! Эй! Дай! Дай! Мафукус! Мафукус! Мафукус, дай! Но все равно получается получать урон, то есть все равно приходится получать урон, но сколько можно, а? Почему ты такой быстрый, а? Но не надо! А, быстрый, слишком быстрый! Да, знаю, мухи! Пять миллионов просмотров на Твиче у него! Хотя нет, это не так много. Я играл 2200 часов в Айзеке, поэтому я должен понравиться. Пишет он. Неужели? Вау, вау, вау! Я на свою бомбу наткнулся опять. Серзап. Используй простые бомбы против них. О как. Это, конечно, логично, но я же еврей. Все-таки я стал быстрее, по-моему, стрелять, как вам кажется. Нет? Again the spiders. Кстати, по-моему, все-таки ай-яй-яй. Англоязычных стримеров Твича больше. А. Теперь негде спрятаться. Поздравляем себя. Мозги-то, ой, мозги, а? Ну, мозги, мозги. Мозговитый. Кстати, что-то... Вот уже Devs 2, да? А, по-моему, уже должна быть мамочка. И что-то... Что-то сердец нету, да? Заметили? А, кстати, у нас есть компас, а... Что-то он вообще ничего не показывает.
Или у нас нет компаса? Не, у нас нет компаса. Да, это было в прошлой игре. На английском что-то и все. Anything and all. Как бы, что-то и все. О, спасибо за сердце. I see you through the window. Да иди ты в жопу свою through the window. Из красава a type of Russian. My translator only lets me choose one type. Красава. No, doesn't. It isn't type of Russian. I think. Красава. Means nice guy. Так, думаю, вот еще одну монету трачу и... А, ну две, значит, трачу. И... Вот еще последняя, да, и все, и хватит. Да. О, красава и супер, о, кул. No. It's качество человека. Как будто он понимает по-русски, ребят, как бы, он не русский. Hello from Estonia. Ouch. Ouch. Знаете, мухи. Мухи так мешают моим бомбам, честно сказать. В сундуке дали синих мух. Еще синие мухи вызвал. И все шикарно. Тут снова сундуки, знаете, одни красные сундуки теперь попадаются. Интересно. Черзап. Воу-воу-воу. Тролл-бомб. Полегче. Тратить дальше ведь игра не будет. В смысле, что тратить? Как тратить? Я что-то забыл, не понял. Ладно. Мухи страчены. Как-то дальше игра не будет. Вы что? В смысле? Трать. Гуппи спин. This is shit. Shit. Я использую Google. Я надеюсь, что это не делает мои русские плохо. Google Translator buts in Russian. Because Russian is a very good language. The powerful language. He has many, many different types of выражения emotions. And other cool stuff. In our language. Arcade room is very... Аркадная комната. Это очень-очень хорошо. Сами знаете почему. Потому что сейчас я смогу установить себе много-много хп, взорвать все это нафиг и получить много интересных артефактов. Так, муха. Муха, ты сейчас получишь. Если тебе осталось хвост, и... Осталось хвост, и кошка твоя, это мулиган. Чё? Russian seems very cool language. Yes, it's... It's stuck. I process this message. Approach it. Обычно эти хвост гуппи достанешь котом. В смысле? Хвост гуппи достанешь... У меня есть лапка, у меня есть голова, и... Что это значит? Как бы... Дайте-ка мне сердце уже, а? Здесь что, сердце мне зажмотили? Нет, еще хвост нужен. Ну, а, да, хвост, по-моему, я видел. Хвост такой. Да, я брал его, помню, когда-то давно. Russian is very hard language. Yes. Ow. Wow. Fly. Oh. Это из руки тебя подается красный таки. Ну как бы я знаю, я помню это. Что the left hand replaces all gold chests with red chests.
have one item, you... Выйди из комнаты и зайди, и муха исчезнет. Хвост плюс левая рука равно победа. Только что такое хвост, естественно, я забыл. Кстати говоря, секретная комната, скорее всего, здесь. Cobalt is that it means to cool Tongu. Tongu это вообще-то язык. Язык человека. It's Tongu. А language? Language is my language, my cool Russian language. Ну да, понятно, просто выйди из аркад. Достань котом, который будет быстро стрелять, будет за скином кота и будет драть задницы всему живому на этой планете. Вау-вау-вау! Полегче. Давай, Катя, знаешь, знаю. Кобальт, what's your original name? Тередез ме арамастаме синт. Это по-эстонски. Означает «приди с меня, любим тебя». Кобальт, what's your name? Ну, так, можно. 27 лет ему даже. Ну, вообще, да, такой. Хитрый, два раза старше меня. Это на что-то смахивает. Это на что-то странное. Так, мне нужны сердечки, в общем, и все. А то, мало ли, не убью еще этого, да? И сдохну. You want to Russian or Ukraine? You want to go, наверное. Все-таки. Музыка такая, знаете, классная. Музыка вообще шикарная. Very cool music. Michael is my name. Sorry, I didn't mean to draw so much attention. Когда ты успеваешь читать комменты? Ну, вот такой я. Поэтому я иногда и не успеваю затащивать игры. Кстати, что мне брать? Может, все-таки Book of Revelation взять, как вы думаете, а? Библиотека хорошая. Армастами, а не армастами. Ну ладно. Оставь книгу. Ясно. Одежда монашки, да. Это так, монашка бы мне сейчас точно не помешала. Ну сейчас все люди начали заходить в Google Translate и переводить там, окей. Ну зачем? С книгой только в садике будут боссами. Ничего себе. О, вау, вау, мамочка, 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 мама, 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 I want to kill you, want to kill you, ой, 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 о-хо-хо, 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 о, а, а. Eternal life. Eternal life. Ankh. I forget you. У меня же есть вот что. I bomb yourself, yourself three times. Yes. It's stuck. Ah. I said. What's I noob? Noob. I'm noob, да. Second time. Вопросики. Мам. Осторожнее, 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 ребята. Я справлюсь, надеюсь. Не, ну почему мамочка мне не подвластна без карты The Sun?